температура как ноль. Здравствуй, зритель. Все по фэншую. Я его, надеюсь, отмочила, я, правда, время не засекла. Я... Надо уточнить, наверное, на сайте. Я нашла сайт этого iPad. Какая из них крепче? Или спросить у Хадзикуна. Вообще сейчас как бы... Сколько время такое? 2:20. Я уже успела прогуляться в течение полутора часов пешкодрядчиком. Вчера узнала, что все-таки в чайной ложке 2 грамма помещается. Ну, она как бы... Думаю, что она как чайная. У меня такие ноги бетонные. Как когда я снова завела у себя велик, еще обычный. И очень много на нем ездила. С непривычки. Ну-ка я сейчас сравню по зелени. Она такая же, как та. Не, она разная по цвету. Это более желто-зеленая, это более зелено-зеленая. Темненькая. Может мне ее зафоткать на телефончик. Говорит-то я буду не тебя. Оригамики. Точнее, оригамики. В общем, тут у нас чайная ложка. Без горки. Сдается мне чуть больше, чем чайная ложка получилась. Вот. Я сегодня очень надеюсь сделать перевод, доделать перевод в Раймдропс и сделать хотя бы половину того, что осталось. Ну, у меня где-то 2/3 сделано, 2/5, так, скажем так. Ну, чуть меньше половины у меня переведено тарты и где-то еще типа того осталось. Ну, теперь ложечка стала зелененькой. Бамбуковая. Палец позеленел. Не повторяйте это дома. 1/3, если верить. Ну, я думаю, где-то тут 1/3 получилось. Ладно, я тебя как-нибудь... А я тебя вот сюда пока положу. И буквой В. Вообще, в идеале, это 15 секунд. Но у меня, прежде чем я смогу за 15 секунд это сделать, мне, видимо, на несколько дней тренировки. Вообще, хотела я это молча так заснять. О, у меня пенка вроде как какая-то получается. Ну, мелкая такая еще. Конечно, венчиком капучинатором было бы быстрее. Но совсем не по фэншую. Может, я что-то забыла, и надо было сначала... Надо было бумажки эти взять, которые мне Хадзикун прислал вместе с Матёй. Может, там сначала надо воды налить, потом этой хрени посыпать. Буквой В у меня как-то пока не получается. В смысле, буквой В получается, но именно взбить так
Может, более плоскую пиалку надо? Вообще, я видела у наших азбеков, узбеков, или как их там, где тела продаются фруктовые, такие пиалочки, вроде как более плоское дно у них. Как не до туда надо ехать и купить одну. Они мне даже сказали, когда я у них как-то спрашивала, там большие, маленькие были, что они типа для чая, которые маленькие. Может, ролик какой-нибудь посмотреть на ютубе. Почему меня не сбивает с этим венчиком? Видимо, это та самая супер крепкая матча. Судя по тому, как лимонад цветом тут стала практически. Ладно, я добавлю еще воду, все равно разбавлять буду. Теперь я понимаю, что Хантик он имел в виду. На 10 заварок каждая. Тем много воды, что может получиться. Все-таки это какое-то офигительное искусство. Я ее как бы всю размешала, но пенки у меня не получилось. Эх, блин. Печаль. Хотя нет, он кусочек. Много, наверное, было в этой ложке все-таки. Этой штуки. Мы сейчас вместе будем мешать, чтобы с ложки тоже свалилось. То обычно я этой ложкой всякие чаи накладываю. Ладно. За ваше здравие. Все-таки, ну, вот мне сейчас кажется, слегка водоросли отдает. И, наверное, там было больше, чем 2 грамма. Может, я заряжусь энергией и все-таки свояю сегодня. Я не рассчитываю, что 2 перевода свояю. Но хотя бы большую часть работы. Или что? Где-то у меня эти рисовые хлопья. Нет, вот эти рисовые печеньки. Сейчас я гляну даже. Холодно. Грузись, рыбка. Большая или маленькая? Я что-то так заметила, вы перестали так любить. Да, комментов нету, значит, можно не загоняться по поводу пошуршать весовыми крекерами и продолжать их комячить. Короче, я заметила, что что-то люди перестали на моем канале любить обзоры, которые я делаю, типа, Лёле подарили такую-то хрень. Лёле подарили такую-то штуку. Либо те, кто любили это, давно не заходили на YouTube. Либо что? Но вот эти штуки надо большим количеством жидкости запивать. Иначе как-то, ну, не так. Стой. Да. Кажись, надо было все-таки той маленькой специальной ложкой кладить. Потому что тут явно не 2 грамма. Не знаю, что там за моча. Фу, моча. Что 2 грамма в чайную ложку влезет. Ну или какая-то чайная ложка. Потому что когда я вот эту неполную, ну, без горочки ложила, или чуть с горочкой, то ценчи, то она мне все равно не выходила именно те 5 грамм.
Но в центре она как бы полегче, наверное, будет. Или не знаю. По объемности. А вот мати. Зелененькая. Она очень сильно отдает какой-то водоросли. Но это для меня очень сильно, для вас там может это незаметно. Но это круто. Похоже на какие-то такие чипсы из водорослей. Я как раз хотела что-нибудь такого попить. Пенки не сбилась, но она вся растворилась. Ну это вообще такая древняя пиалочка. Была еще, по-моему, побольше пиалочка. Но она еще на механке ласты склеила. Давно еще. А не, немножко порошочка осталось. Интересно, если долить воды. И попробовать это взбить еще раз. Люди в комментах, дайте знать, если вы вдруг это взбивали, у вас пенка сразу с первого раза получилась. Ну, я имею в виду, взбивали венчиком. Можно сказать, что это будет очередной мубок. Внезапно незапланированный. Хотя там еще есть прилично этих снеков на пошуршать на камеру. Ниточки намокли. Мне бы теперь эту подставочку, на которой его хранить. Не получается. Может, я его мало держала в воде? Надо было засечь. И точно время посмотреть. Вот теперь уже совсем почти прозрачная. Но я это все равно напью. Блин, горячо. Омывайся, ложка. Кстати, можно сделать хороший зеленый цвет, которым что-нибудь порисовать. Но больше я не буду смешивать мати за один день. То есть них реально как-то очень бодрит. Прям можно сравнить даже со смолой пуэра. В Китае смола пуэра, в Японии матья.
О, мою гирю одобрили. Зафоткаем третий раз залитую матью. Так вот, мне сказали, что надо постепенно упражняться с гирей. Я сегодня попробовала еще одно упражнение, видимо, зря. Потому что практически за час, даже меньше, а может, да, за час, ну, где-то так вот, до того, как выползти и бодренько так доползти до Соснового. Туда я меньше, чем за полчаса, ну, где-то за 26-27 минут дошла. Причем таким небыстрым шагом обратно так ползла. Эх. Ой, я поняла, почему, какую я ошибку допустила. Вот я лох-то. Надо же было через сетечко процедить, думаю, почему у меня тут комочки получились. В общем, в следующий раз я сделаю все по фэншую. Может быть, снова включу камеру. Отмочить венчик. Протереть через ситечко. Надо было все-таки маленькой ложечкой делать. Вот я поняла, почему я нажимался. Тут нету протереть через ситечко. Тут неправильная инфа. Вон опять в корне. Совершенно неправильная инфа. Короче, отмочить венчик. Протереть через ситечко. А потом уже взбивать. Залить водой и взбивать. Но уже поздно, к сожалению, пить боржоми. Почки, конечно, в порядке, но... Это, если вдруг кто не знает, выражение такое, я уже не помню, откуда я его подцепила давно. Поздно пить боржоми, почки отварились. Думаю, почему же у меня оно не растворяется до конца? Какой зеленый красивый цвет. Цвет зелени весенний. Ну, я думаю, ты, наверное, когда-нибудь там это... Ну, даже если ты высохнешь, тебя же должно это все отвариться. Чтобы я снова могла тобой накладывать чайчик. Я еще и накладываю свой кофе. Ячменный, иногда и кофейный. Зелененькая. Красится. Кстати, оно можно прям как акварель. В следующий раз возьму бумажку с напоминанием. Пока не запомню все моменты процесса, буду брать с собой бумажку. Благо там много всяких бумажек. И на Япи, и на английском написано. Может, я завтра тогда тебя зафигачу. В общем, у меня тут еще половинка этого снега осталась. Всем спасибо, если вы это осилили. Ну, мало ли вам интересно такую хрень смотреть. Делайте все по правилам. Но все-таки напишите в комментах, может, это... У кого-то получалось венчиком с первого раза взбивать в пенку. Кстати, что это у нас за сорт был? Харайно мукаси. Маття. Маття харайно мукаси. Давай играем. В следующий раз буду ложить маленькой ложечкой специальной. Всем пока!